пожалуйста, вы до этого вакцину ставили? Это каждый год? Каждый год. От гриппа вы ставите? От гриппа и от ковида ставили. Обезопасить себя и окружающих в Химках стартовала сезонная вакцинация от гриппа и пневмонии. Сделать прививку можно в любой поликлинике городского округа. В этом году российские ученые разработали новые современные препараты с учетом предстоящей вирусной ситуации. Желающий может прийти, записаться по предварительной записи через госуслуги Денис Бот, также через номер 122. Также можно прийти, не записываясь, обратиться к администратору. Вас запишут в терминале на удобное для вас время и дату. Перед вакцинацией обязательный контроль состояния здоровья, измерение температуры, давления, а также проверка пульса и сатурации. Это необходимо, чтобы инъекция подействовала правильно и не навредила организму. Присаживайтесь. Меня зовут Ателья Карсена, я врач-терапевт кабинета вакцинации. Своевременная вакцинация особенно важна для старшего поколения. Это поможет избежать неприятных последствий от вирусных заболеваний. В этом уверена пенсионерка Валентина Долбилина, которой, с ее слов, 86 лет. Прививку от гриппа она ставит ежегодно. На мой взгляд, это необходимо делать, чтобы не болеть. Я это делаю ежегодно и довольна этим. Еще хочу вам сказать, что впервые в этом году очень мобильно организована прививочная служба. Прививочная кампания началась в середине августа и продлится до декабря. Чтобы пройти вакцинацию, необходим паспорт. Юлиана Мазырина, новости Химки ТВ.